Работа. Фильм. Как на праздник. На работу. Как на праздник. Работать идем. Работать. Все подмерзло. На улице минус 7. Вай-вай. А вчера так было утром. Снег был липкий. Хоть снеговика лепи. А сегодня что-то все в дрова. Трава в дрова. Утро нормальное, бодрячком. Работать неохота. Все, пупсики, я на обеде. Обед у вас состоит из чего? Хлеб, вчерашние макароны с отбивной, хиробора, чай, кубаночка. Будем есть. Анюта со мной сидеть не хочет, обиделась на меня. По телефону разговаривали, она обиделась. Так что приятного аппетита всем. Будем есть. Обед. Давлением не мерим. Чуть башка заболела на обеде. Я поел, так было вкусно. Бомбочка прям. Давление вам мое показывать не буду. А то у вас тоже поднимется. У меня шевелюр какой-то. Так пульс бьется в руке. Ой-ой-ой. Сейчас скажут, 3 лизинаприла, 2 бисопролола. Один без. Все, один пока. Без. Смотрите, как я на обеде хожу много. 7 тысяч уже находил. Калорий сколько сжег. За один обед только я больше набрал. 5 градусов у нас. Все, ладно, надо выходить. Скоро автобус. Забрала меня Анютка с работы, еду, играю, забылся, что я сегодня вам себе видео снимаю. Смотрите, у нас какашки плывут. Дорога идеальная просто. Идеально. Аж лужи тормозят. А мы тем временем летим куда, Анюта? В садик, говорит Анютка. За фаршем поехали, заедем сначала. Заедем, купим фарш. Говяжий. Или индюшачий, да? Она мне постоянно недовольна, так что не обращайте внимания. Недовольна, я комнату за комнатой прохожу. 380-й левел. Кто не знает, что такое левел, это уровень. Да? Громкие она, оповещение у нее приходит. Это надо, значит, вам нажать на колокольчик. У вас также будут приходить, когда выходят новые видео. Но вы вот так вот не перелистываете, а нажимаете и смотрите. И пятерки фарш есть. Я думал, ты несешься так и это. Тормозит оно. Сегодня ливень обещали, нету ливня. А и без ливня, он как с ливнем. С 5 до 6 должен быть ливень, но что-то нет. Вон тучки вроде как. А у меня поэтому пасмурно просто. Ну, вчера ливень был, сегодня уже нету. Сегодня показывает с 5 до 6 и все. Ладушки, пошли мы в пятерочку. Ну, сейчас еще ливень пойдет. Нормально. Снег собьет. Пятерочка. Привезите фарша, Анюте. Почему мы зря приезжаем, и фарша нет? Да. Есть какой-то за 114. Это, наверное, туалетная бумага за 10 рублей. Пару рулонов там накручено. Едем в магнит. Магнит вон он, рядом все. Все рядом, пупсики мои.
Летим, башка болит, не могу я прям вот разрывается. Домой хочу цитрамон выпить быстрее. Лети, не помогли. Помогли, вот заболела она час назад. Да, глаз аж от. Давление скакануло. Не знаю, я сейчас скакануло, глаз вылазит. Глаз вылазит аж наружу. Хочет Ромка что-нибудь скушать. Апчи. А, тем временем нам надо поговорить с Кисонькой. По телефону. Все, сходили, купили фаршика, картофеля, майонезика и летим в садик. В садик, а потом домой. Анюта хочет драники делать. Драники, драники. Здорово, Ева. Здорово. Все, ладушки. Летим, соколики. Мама уже, пупсики мои. Анюта делает драники. Давайте я вам быстро покажу. Можно, нет? Нельзя. Короче, драники с фаршем она делает. Не буду я показывать, лезть туда к ней. Она сначала делает картошку, накладывает на сковородку. Потом поверх фарш. Да покажи. Уже показывали. Вот так. И потом сверху опять картошкой прижимает. И все получается. Вот смотрите. Все. Вот. Закрытый драник. Обально. И все. Как-то так. Делает драник. Нытье у нас одно. Вот он драник какой. Давайте покажу вам внутри. Мы уже попробовали. Здесь ничего нету. А вот здесь вон фаршик. Видите? Очень вкусные. Ладно, поели, попили чайку, кофейку. Будем прощаться. Такие короткие будни. Как-то так. Как-то так. Будем прощаться, короче. Ладно, давайте. Обнял, ушел.